приют Блэклендс, Великобритания, 1952 год. Эстер опять орала во сне, блин, всех перебудила. Эстер, что случилось? Сумасшедшая она, вот что случилось, Иса. Тебя забыл спросить, Молли, я никого не хотел будить. Просто мне приснился странный сон. Доброе утро, девочки. Доброе утро, мисс Беверли. Нашему приюту подарили игрушки. Вот, разбирайте. Мистер Хопс. Через час начало занятий. Не вздумайте опоздать. У меня идея. А давайте поиграем в это время в прятки. Чёрт ты водишь, Эстер. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. 38, 39, 40. Я иду искать. Побудь тут, мистер Хопс. Эстер освободится, жми скорее! Я, видимо, не выспалась. И кто это тут орал? Эстер? И почему ты в пижаме в учебном корпусе? А ну марш отсюда, быстро переоденься! Ой! Это что такое? Ой! Я думала, что переоденься! Ну вот, совсем не умею прятаться. Пошли скорее искать Молли, а то нам скоро на занятие. Прячется. Ну говори тогда давай. Это кабинет миссис Беверли. Чего? Ну это же нечестно. Ну я ей задам, пошли со мной, Иса. Ну, только не говори, что я тебе это сказала. Это же мисс Беверли. Я пошла. Стоять! Где прячется Молли? Обычно в ее чулане. Тогда пошли за мной. Хм.
Я же его в комнате оставила. А где Молли? Из нее нас накажут. Да я вас всех накажу. Мисс Беверли, не наказывайте Иссу, это я ее сюда затащила. Вот как. Исса, марш в комнату. Спасибо, Эстер. Куда собралась, леди? Ты давно меня уже злишь. Пошли! Нет, мисс Беверли, только не туда, пожалуйста, нет! Теперь твои друзья будут крысы, Эстер. Противная девчонка. Давно уже не верю, но я слышу, кто-то есть за дверью. Не открою, не отвечу, это просто... Мы уже не дети и не вера в сны.
Я же слышу, кто-то есть за дверью. Но нельзя сдаваться или прятаться. Ничего не бойся, действуй до конца. Чтобы храбрый всю не растерять, не заглядывай под кровать. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя пугать. Десять, девять, восемь, семь. Эту ночь запомним всем. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя пугать. Десять, девять, восемь, семь. Эту ночь запомним. Эх, вот такая история. А это правда, бабушка Эстер? Нет, Руби, это всего лишь сказка с хорошим концом. Засыпай. Хорошо, бабушка.